Всем привет! Сегодня у нас очень вкусный и ароматный рецепт. Яблоки в пивном кляре. Это очень вкусно и просто. Я подготовила яблоки. Сейчас мы будем с вами их дальше. Нарезаем яблоки на кольца. Примерно 1 сантиметр. На плите у меня уже греется растительное масло. Я подготовила две вилочки, которыми будем переворачивать наши яблочки. Так, сейчас мы посыпем с двух сторон сахарной пудрой. Немножко. И сегодня я хочу в качестве эксперимента добавить, у меня есть домашний ликер из розы. Поэтому мы видим, какой красивый. Мы немножко добавим в наши яблочки этого ликера. Пока яблочки пропитываются, я расскажу про тесто. Мы не забываем, что у нас греется масло. Так, все, яблочки пропитываются. Так, я пока буду взбивать белок, потому что у меня сегодня такой гаджет, который не сильно взбивает. Вот видите? Для теста я взяла. Сегодня мы для изготовления кляра используем цельнозерновую муку. Здесь у меня 2 желтка. 30 грамм сахара, 130 грамм цельнозерновой муки, 100 грамм пива, 50 грамм молока, щепотка соли. Все, я это взбила, перемешала и оставила на полчасика постоять. Сейчас добавляем наш взбитый белок. Нашу массу, сюда мы так это подвинем, чтобы было вам видно, добавляем взбитый белок аккуратно, потому что масло уже начинает потрескивать, это значит уже оно готово. При помощи двух вилок так, мы погружаем наши яблочки в кляр. Вот видите, раз. И выкладываем в разогретое растительное масло. Следующее яблочко. Не забывайте подготовить бумажное полотенце, чтобы сразу яблоки выкладывать на бумажное полотенце. Так, жарим. Жарка происходит очень быстро. Мы ждем румяной корочки. Румяной и красивой корочки. Вот весь процесс это как происходит. По этому рецепту яблоки получаются очень ароматные. А сегодня мы еще с вами добавили цельнозерновую муку. Я думаю, будет очень вкусно. Ждем, когда зарумянится. Вот я уже перевернула. Посмотрите. По
пока здесь у нас жарится, мы подготавливаем следующее яблоко. Вот посмотрите на нашу красоту. Через одну минутку я буду снимать. Если в масло попали лишние, надо их убрать, чтобы они не горели. Вот первое у нас уже готово. Достаю, сразу выкладываю на бумажное полотенце. А в хлярах, скляра в жир опускаю следующее. Посмотрите на это ароматное и вкусное яблочко. Посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!